11.05 в Кирове. Это программа «Разворот на бизнес». В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» – кировский завод «Сельмаш». И у нас сегодня просто любимая моя, не знаю, как твоя, Олег, но моя любимая абсолютно тема, потому что у нас совмещается сейчас в одной программе и бизнесовая тема, и урбанистическая. И, конечно, понятно, почему мы это делаем всем тем, кто заинтересован в развитии наших городов и малых населенных пунктов. Мы посвящаем эту программу грядущему второму урбанистическому форуму в Кирове. Напоминаю, что он пройдет 31 октября, 1 ноября. В космоцентре и на площадках нашего опорного вуза БИАТГУ. И посвящен этот урбан-форум будет здоровью в городе. Не здоровье в полном смысле, ну, в прямом понимании только. Здоровье города. А вообще, да, здоровый город, что это такое, каким он должен быть, чтобы горожане чувствовали себя действительно здоровыми, развивающимися, чтобы им было уютно и комфортно. И надо сказать, что программа этого урбан-форума еще более насыщена, чем прошлого. И мало того, к нашему урбан-форуму в этом году проявили особое внимание огромное количество федеральных спикеров. Все просто в два дня не могли вместиться. И поэтому я прям скажу сейчас Илье Вячеславовичу Шульгину, который зачинщик всего этого и сидит у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Илья Вячеславович, глава администрации города Кирова, что мы сейчас продумываем концепцию развития этой темы на базе лекций в политехническом в опорном вузе, чтобы в режиме раз в месяц урбанистическую тему с лучшими специалистами, и федеральными, и международными, с нашим бизнесом, с нашими горожанами, общественниками, специалистами каждый месяц слушать и вместе обсуждать. Вот у нас такое предложение. Хорошее предложение. Замечательно. Все спикеры говорят, что хорошие, пора их всех представить. Да, давай представим сначала тему нашей программы, как мы ее назвали «Счастливы вместе». Могут ли бизнес и городская среда получать бонусы друг от друга? А в гостях у нас, как Светлана уже выдала тайну, да, Илья Вячеславович Шульгин, глава администрации города Кирова, Павел Алексеевич Миронов, коммерческий директор ООО «Кировспецмонтаж», и Дмитрий Анатольевич Трушков, директор филиала КЧХК ОХК «Уралхим». Добрый день, коллеги. Добрый день всем. Добрый, Дмитрий Анатольевич, к себе поближе микрофон, пожалуйста. А то правительство вас не услышит. Я понял. Поближе. Поближе. Ну и я поздравляю Павла Алексеевича Миронова с премьерой в прямом эфире. Мы всех, кто приходит в первый раз, поздравляем особо, потому что очень рады, когда появляются новые спикеры, особенно такие значимые, представляющие такие глобальные компании. Ну и как мы построим два часа нашей работы? В первом часе, в начале второго часа мы будем говорить с нашими гостями о взаимодействии бизнеса и города, о развитии самого бизнеса в городе, потому что есть очень хорошие кейсы, которые могут представить наши гости. Во втором часе мы будем подключать спикеров, которые приедут на Urban Forum, специалисты, для того, чтобы они говорили на эту же тему, ну и, естественно, рассказывали, о чем пойдет речь на их круглых столах, конференциях и лекциях. Но для начала мы должны предоставить слово Илье Шульгину, главе города, для того, чтобы Илья Вячеславович для затравки нам сказал, почему выбрана тема здоровья в городе. И, кстати, там на самом деле в программе очень много тем посвящено именно взаимодействию города, это значит чиновников и горожан, и бизнеса, для решения совместных задач. Пожалуйста. Ну, я могу сказать, что у нас второй Urban Forum, вот как вы правильно заметили, он, так скажем, радостно думать об этом и понимать, что интерес с каждым годом нарастает. Поэтому я надеюсь, что и уровень спикеров уже будет, так скажем, более высокий, и поток лекций более плотный именно с точки зрения обмена опытом. Почему выбрали тему здоровья города? Такая всеобъемлющая тема. Это здоровье касается, и прежде всего это здоровье наших горожан. Развитие темы, связанной с пешеходными зонами, развитие темы, связанной с велодвижением, повышение безопасности на дорогах, развитие транспортной системы таким образом, чтобы всем было комфортно в нашем городе. Ну и вот та тема, о которой сегодня мы будем говорить еще не раз, я думаю, это здоровье, прежде всего, бизнеса. Чтобы были понятны, как будут развиваться территории. И без бизнеса любое развитие, это просто, ну, бесполезно даже начинать. И, кстати, эта тема давно уже обсуждается,
И если помните, прошлым летом приезжал к нам директор Ленинградского, Санкт-Петербургского гипрогора Перелогин Юрий Александрович, где как раз и обсуждалось, что парки, скверы можно развивать сколько угодно, но если там не будет бизнеса сопутствующего, то это все ляжет тяжелым грузом на плечи муниципалитета, и, в принципе, это может привести к довольно тяжелой ситуации. Поэтому здесь главное комплексное гармоничное развитие всех территорий наших. Вот я думаю, что на этом будем концентрироваться, потому что, в принципе, здоровье тут звучит как такой некий глобальный посыл, касающийся как физического здоровья человека, так и физического здоровья нашего мегаполиса. На самом деле, ну, не случайно тема сегодняшняя связана с бизнесом, да, и бытует мнение, что если предприниматели, да, ведут свой бизнес, создают рабочие места, платят налоги, то этого достаточно, в общем, для процветания, для того, чтобы муниципалитет мог там из налогов что-то делать там в городской среде. Вот. Но это мнение, на самом деле, как показывает практика уже мировая, но и российская, не совсем правильно. Почему? Потому что в данном случае, если зацикливаться только на уплате налогов, зарплат и так далее, то город будет развиваться по тем правилам, которые диктует руководство города, там, может быть, там отчасти жители, но вряд ли будет влиять на увеличение кэшфлоу, на увеличение прибылей самого этого бизнеса, на увеличение там вовлеченности людей в бизнес и так далее. Вот. И очень интересную, Светлана мне прислала ссылку на статью, где раскладывалось как раз, как это делается. Я думаю, что мы во второй половине больше разберем. Так называемые BIDS, территориальная ассоциация бизнеса, как это происходит в Лондоне, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, и насколько выхлоп от таких объединений, неформальных объединений, во благо изменения городской среды, потом в дальнейшем увеличивает прибыль. Но сейчас, коль скоро мы все-таки говорим там о Кирове, а не о там мировых тенденциях, мне бы хотелось обратить внимание на, наверное, даже не на Киров, а на Кирово-Чепецк. Город, который изначально был таким большим моногородом, да, и где есть крупные предприятия, сейчас их больше, сейчас бизнесов больше и мировой известности бизнесов в том числе, но так или иначе этот флаг как бы главного работодателя и главного предприятия, которое наполняет налогами городской бюджет, тащит на себе компания «Уралхим». Вот. И я думаю, что было бы интересно услышать позицию Дмитрия Анатольевича, директора Кирово-Чепецкого химкомбината компании «Уралхим». Почему вы вкладываете деньги помимо бюджета, помимо выплат зарплат и так далее, еще и в городскую среду, и в активности какие-то, которые есть в городе? Для чего? И можно перечислить, в общем, что это? Ну, перечислим, я думаю, у нас будет достаточно большое количество там длинный разговор, мы примеры конкретные приведем. Начать мне хотелось бы, наверное, с общего подхода. Но вот я уверен в том, что любой бизнес может быть прибылен и целесообразен долгосрочно только в том случае, если получается модель, ну, все так привыкли ее называть, модель вин-вин, когда от результата взаимодействия выигрывают все. Акционеры, работники, город, я так назову, власть, вообще все, и власть, и надзорные, и контрольные органы, выигрывают потребители. И вот ровно такая модель может позволить бизнесу существовать долго. Поэтому, если смотрим со стороны бизнеса, бизнес заинтересован в том, чтобы город был доволен результатом осуществления бизнеса в этом городе. И это не только налоги, это не только, ну, там, те отчисления, это не только уровень зарплат, а это в том числе твое, ну, там, участие бизнеса в социальных проектах. Почему бизнесу важно, чтобы город и жители города были довольны? Очень просто. Со временем все технологии усложняются. Уровень автоматизации, роботизации, цифровизации повышается. И требования к людям, к навыкам людей и персонала, которые в итоге работают на предприятиях, он постепенно повышается. И невозможно удержать людей только зарплатой, работать на предприятии. Необходимо обязательно создать условия для комфортной жизни в городе. И если не будет осуществлять бизнес вот этого взаимодействия с городом по улучшению комфортных условий жизни, хорошее образование для детей,
возможность у детей заниматься спортом, возможность родителям получать какую-то культурную программу, возможность ездить по хорошим дорогам. Вот если всего этого не будет, то в конечном счете, ну, специалист, который хороший специалист, и который имеет высокий уровень квалификации и у него много компетенций, он просто из этого города уедет в поисках другого работодателя. Да, мы продолжим разговор с нашими гостями. Напоминаю, Илья Шульгин, Павел Миронов и Дмитрий Трушков прямо сейчас в студии. У нас прямой эфир, 211-101, номер телефона прямого эфира. Вы можете звонить и говорить на тему развития города, взаимодействия города с бизнесом. Вообще можете рассказывать, как изменился наш город. Высказывайтесь, да, на урбанистическом форуме обсудим эти вещи. 211-101, короткий перерыв на полминуты. Вот сейчас будет краткий подход к этой теме еще одного нашего гостя. Павел Миронов, коммерческий директор ООО «Кировспецмонтаж» в студии. Павел, на ваш взгляд, во-первых, согласны ли вы с коллегой, что бизнес без города никуда, как и город без бизнеса в итоге? С обоими коллегами. Конечно. Потому что Илья Вячеславович говорит, город без бизнеса никуда, собственно говоря. Да, Трушков говорит, что и бизнес без города никуда. Ваши подходы каковы принципиальные? Личные, может быть, или подходы компании? Знаете, подходы компании тоже у нас созвучные вот с предыдущим спикером, да, что мы начали понимать, что надо меняться самим, меняться компанией, менять тем самым город, что не только сегодня стоимость квадратного метра может влиять на покупателя, купят или не купят, будет это наш покупатель, либо он идет в какую-то другую компанию, что нужно, обязательно нужно формировать не только строить квадратные метры, но формировать какую-то еще и среду вокруг этих объектов. И мы стараемся в каждом нашем микрорайоне, то есть у нас одна из немногих, наверное, компаний, которая уже там более 10 лет именно занимается комплексным освоением, а не точечной застройкой. И в каждом микрорайоне мы стараемся делать вот эти зоны притяжения, где люди могут встречаться, общаться, гулять, проводить какое-то свободное время. И чем дольше мы вот этим занимаемся, тем видим больше и больше видим тот результат, который, в принципе, позитивно сказывается и на дальнейших и на дальнейших продажах, на увеличение там этих продаж. Но вот эта история, ведь на самом деле, вы сказали 10 лет, а некоторые компании в городе Кирове, тоже крупные, они вообще совсем недавно комплексным подходом озаботились, потому что Денис Крутихин в свое время здесь, в этой студии, четко заявлял, сейчас поменялись у КССК подходы, но он четко заявлял, мы платим налоги, инфраструктуру строит город. Но, правда, все изменилось несколько лет назад, и Денис успел сделать огромный, популярный очень сейчас сквер, и сейчас подходы тоже у КССК меняются. Я просто хотела показать, что вот этот лаг 10 лет, это ведь очень небольшой лаг, да? Вы говорите, одна из первых компаний, которая в Кирове начала это движение. Но это совсем мало времени для того, чтобы ощутить какие-то там глобальные результаты для городской среды. А что заставило вас эти подходы изменить в свое время? Я немножко хочу, может быть, развернуть вот тот вопрос, который вы задали. Вы про Крутихина рассказали, да, что... Да, он был частым гостем нашей, да, студии. Что мы платим налоги, что город там должен все это строить. Ну, все это так, с формальной точки зрения. Но по закону, да? Городу надо помогать тоже, и бизнес должен разворачиваться лицом и служить как бы локомотивом всех вот этих действий. То есть, ну, условно говоря, выделяются деньги там на школы, на садики, но долго выделяются на проектирование, на привязку и так далее. Вот мы в этом плане идем навстречу и бежим впереди паровоза, так по-русски сказать, и начинаем за свой счет, там, не расходуя бюджетные деньги, вкладываться, понимая, что да, будет в дальнейшем вот это финансирование, мы прорабатываем это заранее, начинаем активно
вкладывать деньги в проектирование и социальной инфраструктуры. Большие деньги мы вкладываем в проектирование дорожной сети в наших микрорайонах. То есть долгое же время вообще новые улицы не строились в городе. И только вот за последние там годы, особенно там за этот год, мы видим, насколько активно идет строительство именно новых таких магистральных улиц. Ну, отчасти это и наша заслуга скромная, что мы, в общем-то, здесь выступаем в роли драйверов, да, драйверов. И когда вот это есть совместная вот эта работа, ну, как-то потихоньку все и получается. Алексеевич, а насколько взаимодействие именно с муниципальным... Ну, понятно, что вы строите там комплекс на целые микрорайоны, да? Насколько для вас важно взаимодействие с муниципальной властью, и муниципалитет вносит какие-то коррективы при оформлении как раз вот этих микрорайонов? Я не имею в виду градостроительный совет, где на входе обсуждается вообще, где что будет расположено, а именно уже при формировании комфортной среды. То есть и чего, может быть, вы хотели бы там большего внимания в каких вопросах со стороны городской власти? А потом мы попросим Илью Вячеславовича сказать, чего бы город хотел. Да. Мы в постоянном диалоге находимся с городом, то есть мы же смотрим в долгосрочной перспективе, там не на год, не на два вперед, то есть у нас там минимум 5-летние планы, там 7, даже 10-летние планы, и мы примерно видим, как будут развиваться те или иные микрорайоны нашей застройки. И, конечно, мы слушаем пожелания и города, и, соответственно, тоже высказываем определенные пожелания, исходя из потребностей, то есть там какие-то там досуговые центры, там люди просят еще что-то. То есть и когда мы делаем, допустим, в новых микрорайонах, ну, решили какую-то сделать там зеленую зону, да, мы тоже делаем определенные опросы, спрашиваем, что людям надо. Просто скамеечки, деревья посадить, дорожки погулять. Ну, допустим, вот, или в Озерках там люди сказали, нет, вот нам здесь вот этого по минимуму, но нам надо там лобное место, условно говоря, сделать там, да, надо, чтобы была сцена, надо, чтобы была какая-то площадка, естественно, озеленение, освещение, где бы мы там могли проводить какие-то праздники, день микрорайона там, и так далее. Ну, то есть, соответственно, мы прислушиваемся, выносим это на обсуждение, делаем проекты, согласовываем с городом, как правило, одобрение получаем, ну и воплощаем это уже в жизнь. Вот это очень важная на самом деле история, как хотелки там жителей могут реализовываться через застройщика с одной стороны, с другой стороны через город. И действительно ли так, Илья Вячеславович, что сейчас практически нет препятствий для реализации планов застройщиков там в своих микрорайонах со стороны, там, когда взаимодействуешь с бюрократическими процедурами? Ну, тут такая тема, что двумя словами ты не обойдешься. Я вот просто сейчас сижу, слушаю всех и понимаю, что главный итог вот прошедших там, не знаю, там пару-тройки лет, это то, что начали между собой очень серьезно и глубоко общаться и слышать друг друга, потому что бизнесу важно, чтобы у них были определенные гарантии безопасности бизнеса, ну, добропорядочного бизнеса, с точки зрения развития, то есть там, где можно и нужно помогать, там понятно, что нужно понимать, что помогать. И от кого это узнаешь, как не от самого бизнеса. Если говорить о потребностях власти, то всегда есть серьезные проблемы, ну, по всем направлениям, где требуется помощь. Поэтому здесь мы, я думаю, что давно уже и со всеми застройщиками общаемся так, чтобы именно слышать друг друга и именно помогать, в том числе и в создании вот неких таких зон, где люди могли бы чувствовать себя комфортно. Ну и потом сам формат жилья, он же уже не предполагает покупки вот просто квартиры. Вот когда утром встаешь и в очередной раз думаешь, вот нужно все-таки двигаться в сторону, там, допустим, улучшения жилищных условий. И сегодня все люди к этому подходят очень щепетильно, где какое будет соседство, развитая инфраструктура. Потому что я помню, в моем детстве мы получили там квартиру в доме, который стоял практически в чистом поле. И туда добраться было просто тяжело. И это считалось нормально. Как-то, ну, прошло там каких-то там 30-40 лет, и все поменялось. Поэтому сегодня люди ожидают, что они покупают, если квартиру, то это уже в каком-то микрорайоне, с какой-то инфраструктурой. И вот то, та работа, которая сейчас в администрации проводит, я вот могу, так скажем,
лишний раз подчеркнуть, что сегодня в администрации ведется работа над генпланом до 40-го года и над стратегией социально-экономического развития. И вот работа по обоим этим направлениям, в рамках рабочей группы в том числе, она показала очень интересные вещи. То есть там был, сейчас проводится серьезный анализ того, что уже сделано. И если говорить вообще о развитии нашего города с точки зрения жилищного строительства, то, в принципе, показатели, намеченные там с 2000 по 2020 год, они более-менее соблюдаются, и мы выполнили там эти объемы строительства там, нового жилья, ввода жилья, примерно 95%. То есть, в принципе, мы построили столько жилья, сколько вот и запланировали. Может быть, не совсем там, где изначально планировалось, но, в принципе, по этому показателю мы проходим. А дальше начинается интересная вещь. У нас есть проблема с развитием социальной инфраструктуры. Очевидно, жилье-то есть, очевидно, а что вокруг? Но сегодня, вот, благодаря существующим федеральным программам, благодаря вот, активной работе нашего правительства, мы активно находимся в активной фазе строительства там, детских садов. Школы строятся, может быть, не так активно, как того хотелось бы, но тем не менее. У нас большие пробелы по развитию спортивной инфраструктуры. Это правда. Вот, поэтому сейчас... А Чепецк этим отличается, кстати, сейчас расскажешь. Сейчас, да, мы стараемся предусмотреть все возможности и внесли серьезные изменения в муниципальную программу именно по развитию физкультуры и спорта. Вот, и поэтому здесь вот, что важно, потихоньку, в том числе и через Urban Forum, вот прошлый Urban Forum прошел, он прошел вот очень эмоционально. Да, все ждали, потому все что ждали, хотелось и высказать. Это была такая площадка, где люди высказались и были услышаны, и это облеклось в определенные проекты, которые сегодня вот двигаются. Поэтому здесь самое главное, это вот то, чего удалось достичь. Опять же, повторяю, при поддержке там, федеральных программ различного рода финансирования удалось друг друга услышать, и при этом определенные источники имея, удалось реально развивать объекты, которые мы сегодня строим. Вот давайте услышим нашего слушателя 211-101. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это пенсионер Александр. Давайте, Александр, высказывайтесь. Я два слова только скажу. Во-первых, у вас в студии собрались такие люди, уважаемые. Это и мэр города Илья Вячеславович, и Миронов. Мне хочется просто поблагодарить их, что за этот год на самом деле город просто похорошел. У меня даже друзья, которые приехали за границей, они были давно в Кирове, они не узнали город. Во-первых, они отмечали чистоту города, они обалдели просто от этой чистоты, что на самом деле такой город красивый, и путепровод, и чистые пруды, и так далее, и так далее. Но один есть минус. Можно сказать, да? Мы записываем, конечно. Вот Илья Вячеславович один взял ручку, минус. Записывает. Вот приехали все на наш Кировский вокзал. Вы понимаете, ну вот я вот недавно приехал из Сочи, отдыхал. И понимаете, когда поднялся я со своими сумками от платформы и выше, я думал, что я уже не отдыхал. Я чуть выжил там. А почему у нас вокзал все-таки? Есть какие-нибудь перспективы вообще строительства в Кирове нового вокзала? Ну, как в Пензе, Ростов-на-Дону, я уж не говорю Нижний Новгород и так далее. Ну, хотя бы какие-нибудь перспективы. Такой красивый город Киров, он растет. Да, Александр, мы много вас очень поняли. Делается. Но есть какая-то вокзал, чтоб с перспективой да, на... Все понятно. Еще есть вопрос? Нет, спасибо. Вокзал, спасибо. Да, просто время ограничено, мы должны сейчас уйти на короткий перерыв. После перерыва что-то Илья Вячеславович по этому поводу может сказать или скажет, что взяли на заметку. Сейчас прервемся, короткая реклама, и будем в студии снова. Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Продолжаем разворот на бизнес. И у нас такой сегодня урбан разворот на бизнес. В студии Илья Шульгин, глава администрации города Кирова, Павел Миронов, коммерческий директор УО «Кировспецмонтаж», Дмитрий Трушков, директор филиала КЧХ «Уралхим». 211-101 номер телефона прямого эфира. Я сразу предупрежу, что Илья Вячеславович Шульгин с нами на один час. После 12 он не будет, у него совещание. Поэтому, если хотите задать какой-то вопрос или предложение, или сказать «увидимся на Урбан-форуме», звоните прямо вот сейчас. 211-101. А у нас был звонок, и радиослушатель
слушатель, который позвонил, он как раз, ну, во-первых, похвалил всех, да, за то, что город преображается, а потом задал вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз, почему у нас в таком плачевном с точки зрения доступной среды и здоровья, да, и здоровья является визитная, ну, не визитная карточка, а ворота там, город, железнодорожный вокзал. Илья Вячеславович, можете прокомментировать? Можно ли с этим что-то сделать вообще? Да. Мы же осознаем, что это собственность РЖД. Ну, это собственность РЖД, но тем не менее, вот то, о чем мы вот весь сейчас говорим, о том, что мы общаемся между собой и друг друга слышим. И я думаю, что с РЖД здесь такая же история. То есть нужно этот вопрос просто прорабатывать. Ну, понятно, что это серьезный вопрос, поэтому я думаю, что многие уже понимают, что он назрел, и я думаю, что к позитивным результатам это приведет. Но это надо на самом верху с РЖД разговаривать, правильно? То есть первые лица, получается, региона и города, потому что регион тоже заинтересован. Это ворота не только в город, в регион практически этот вокзал. Да. Должны говорить с первыми лицами РЖД. Да. И такие переговоры намечаются? Думаю, да. Придется наметить, раз позвонил нас слушатель. У нас остается 10 минут до завершения программы, поэтому мы ускоряемся. Во-первых, нужно вот что сказать. Когда Олег начал говорить, задавать вопрос Дмитрию Анатольевичу Трушкову с тем, что Уралхим, безусловно, застрельщик в Чепецке, в том числе и в социальных проектах, и в городской среде, то я с удивлением узнала, вот когда сюда Елена Михайловна Савина приезжала буквально пару недель назад, мэр города Кирово-Чепецка, что в Чепецке удалось объединиться бизнесменам. И она сказала, как раз после, накануне Дня города, она сказала, у нас День города полностью проводится за счет бизнеса, а не из бюджетных средств. И вообще, мы теперь можем собирать компанию из 30, она сказала, бизнесменов, которые, если поступает от города заявка или от жителей заявка, объединяются и распределяют, кто что делает. Это правда? Это действительно правда. Ну, вот, затрагивая там косвенно то, о чем коллеги говорили, что люди действительно живут не только в квартирах, им не только интересен свой дом, им правда интересно, там, куда ходят их дети, где они учатся, где дети спортом занимаются, где сами родители гуляют, есть ли у них возможность выйти на спортивную площадку и так далее. Здесь надо сказать, что, ну, конечно, компания «Уралхим», начиная с 2010 года, начала поддержку детских садов, школ, детского спорта, поддерживала с 2013 года практически все проекты ППМИ, в которых участвуют инициативно жители города. А они как раз связаны с инфраструктурой городской. Абсолютно. Там, ну, цифры можно потом сказать, но сейчас больше даже не о цифрах, а о том, что вот начала это все, конечно, компания «Уралхим». Где-то 3 года назад по инициативе там, Сергея Рульча и Елены Михайловны собрали вот такой совет руководителей города. Он Цемлин Сергей Рульча, который сейчас генеральный директор является компанией. Собрали совет руководителей города, и он начал функционировать. И вот, ну, можно... Совет руководителей города? Ну, нет официального названия. Знаете, официального названия нет, но все понимают, что это совет руководителей, туда входят либо собственники бизнеса, либо генеральные там, директора. Там, порядка, ну, около 30 человек действительно туда есть. И сейчас на регулярной основе эти встречи проходят и обсуждаются проблемы города. Проблемы, возможности, которые есть у того или иного бизнеса. Ну, вот, правда, надо сказать, что День города, вот последние, по-моему, 3 года бюджет на День города не тратит средства вообще. Это все исключительно средства вот, там, совета там, руководителей города. Опять же, надо, конечно, сказать, что Уралхим самую большую лепту там несет. Но очень хорошо, что не только Уралхим это начал делать, а к средствам, которые Уралхим направляет на социальную инфраструктуру, вот к ним стали... Так слово-то хочется подобрать, прибавляться. Там, как молекула добавляться, собирается в одну большую структуру. Средства там, других компаний, это очень хорошо. Аналогично проходит празднование Дня Победы 9 мая. То же самое предприятие там, вкладывают средства в его проведение, там, налаживают инфраструктуру, по которой, ну, проходит там, колонна. Можно сказать, что в этом году мы эти традиции развиваем. В этом году получилось так, что мы организовали поддержку всех видов детского спорта, которые предприятиями. Не силен, да, то есть в Кирово-Чепецке 14 видов детского спорта. А ни одной полупрофессиональной команды. Вот 14 видов детского спорта. Уралхим поддерживал всегда хоккей и фигурное катание, а все остальные виды спорта, ну, отходили у кого кто попросит. Поэтому сейчас, ТПлюс сейчас занимается баскетболом, как у каждого вида спорта появился 1, 2 или 3 титульных спонсора, которые действительно уже вот именно в этом году начали обсуждать бюджет 2019 года. И задача научиться вот до конца 2019 года отладить это взаимодействие. И бюджет 2020 года детского вида спорта, не снимая на
самом деле нагрузку с бюджета городского, но добавляя и увеличивая возможности детей по инфраструктуре, по форме, по возможности куда-то выехать на соревнования. Да, там ты плюс взял на себя баскетбол, им за это отдельное спасибо. Да. А тут вот Олег-то удивился, это мы тогда увидели. С кэсбаскетом, потому да, что да. Кэсбаскет это детище. Здесь на самом деле надо сказать огромное спасибо порядка 20 предприятиям, которые на наш призыв откликнулись, и там вместе с администрацией мы смогли вот эту работу провести. Уговаривать приходилось людей объяснять? Я думаю, что это даже сначала у всех, давайте так, уговаривать не приходилось, но был скепсис. Такой, да. Что, ну, вроде вот мы войдем, а другие не войдут. А, вот. Но вот это как в ППМИ тоже. Когда мы набрали там вот из 14, наверное, 6 или 7 видов спорта закрепились, ну, вот за счет личных уже отношений Елены Михайловны, там, наших отношений, мы договорились с руководителями, и все, и потом уже там на последней встрече у нас осталось 2 вида спорта незакрепленных, и мы сделали презентацию, кто поддерживает, как и так далее, и все, руководители встали и сказали, а можно мы? Вот это как раз то, о чем мы в самом начале говорили, что это должно стать модой, ну вот такой трендом. Поддерживать всем вместе там какие-то направления. Могу сказать, что в Чепецке у нас это получилось. Будем продолжать закреплять вот эти отношения. Я думаю, что это надо масштабировать, надо. И показывать, потому что подобные примеры, я знаю, есть там в Слободском, где собираются руководители, и тоже какие-то вещи делают совместно там. Я думаю, что в Кирове Илья Вячеславович не даст соврать. А, у нас звонок. Да, у нас звонок. И потом продолжим. Тоже это могло бы стать хорошим трендом. Да, давайте примем звонок. 211-101 номер телефона прямого эфира. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и рассказывайтесь. Добрый день, меня зовут Владимир. Вот я хочу вам напомнить, ну, это сегодня день белой троси, это день слепых, когда белую трость взяли слепые. Mm-hmm. Вот я насчет чего. Вокруг дворца по Сурикова, по Некрасова, знаете, как хорошо сделали сейчас там тротуары плитами? Прекрасно там, все очень хорошо. Но, одно но есть, вот по краям по Сурикова поставили диваны. Вот когда, вот, например, слепой идет, и ориентируешься по краю. И вот как раз все эти диваны я уже пересчитал, там, 10 штук, коленками пинаешь. Неужели нельзя там карман сделать? И чтобы нормально было, ведь и летом, зимой будут чистить, и вместе будут, там ведь остается. Вот, просто карман до ума надо довести бы. А, ну, хорошее предложение, хорошее. Вы, Владимир, тоже ходите с тростью, да? Да, я инвалид первой группы. Ну, тем более Сурикова, да. Это как раз место, где наибольшее количество людей слабовидящих. Да, у нас там наш район как раз. Наши это знаки. Хорошее предложение. Спасибо, Владимир. Принято? Да, конечно. Принято. Ну, вот это отличное предложение, но я думаю, что имеет смысл, может быть, прокомментировать и опыт Чепецка по поводу совета хозяйствующих руководителей. Как вы думаете, есть такая возможность в Кирове? И к вам тоже это такой вопрос. Сейчас и Павлу Алексеевичу обращаюсь, и к Илье Вячеславовичу. Давайте сначала с Павла Алексеевича начнем. Готовы ли хозяйствующий руководитель? В такой совет? Как вы думаете, полезна ли эта практика вообще? Возможно ли в Кирове объединение? Практика, безусловно, полезная. Я считаю, отлично бы было, если бы какое-то крупное предприятие, типа Уралхима. А почему не КСМ? Ну, вы знаете, мы по сравнению с Уралхимом... Дело-то ведь не в деньгах, а дело в том, что должен быть затравщик. Тот, который покажет пример, драйвер, мне кажется, да. В этом смысле. То есть люди объединяются не вокруг там денег, например, а вокруг идеи объединяются. Я считаю, что обязательно надо это делать, и чтобы не каждый порознь... Естественно, каждый будет помогать в силу своих возможностей, да. Финансовых там, конечно. И так далее. Но если эта помощь будет как-то координироваться, я думаю, что эффект от этого будет гораздо больше. Во-первых, синергетический здесь эффект. Во-вторых, здесь ведь есть еще обратный процесс. На таких встречах обсуждаются, как Дмитрий Анатольевич сказал, проблемы которые есть, видим, да, и как их решить, можно коллегиально. И потом прозрачности прибавляется, да, вот эта история, о которой вы говорили, Дмитрий Анатольевич, что ага, я сделаю, а он нет, вот тут, когда собираются все вместе, уже все понимают, кто что делает. Илья Вячеславович. Ну, я думаю, что, в принципе-то, у нас нечто подобное, оно уже есть, просто нужно это развивать, и большее количество, так скажем, больших предприятий привлекать, потому что некое сообщество, которое, как вы помните, называется «Киров меняется», оно у нас уже есть, и мы, в принципе, ну, там... Ну, это общественники. Это общественники плюс бизнес. Я напомню, что, например, у нас, если говорить об участии бизнеса, то была серьезная задача, как можно сделать, так скажем, улучшить ситуацию в дендропарке.
Захаров, Железно, и да. И Железно совместно с Лукойлом, они вот как бы, да, они его довели это дело до конца, и там появилось освещение, прекрасные мостовые переходы. То есть это вот яркий пример того, что наметили и сделали, получилось. Сегодня у нас на очереди в Урванцево, вот благодаря инициативе Кироспецмонтажа, создается прекрасная прогулочная зона. Расскажите нам про нее во втором часе. Сейчас две минутки остается. Надо рассказать. Вот. А как бы одно тянет за собой другое. То есть начали строить новую дорогу в микрорайоне и делать благоустройство вокруг нее. И вот появилась такая картинка упорядоченности и вот именно ощущение города. Потому что, как вы помните, там раньше были плиты, стройка, грязь, пыль. Разрозненные комплексы, не связанные друг с другом никак. Ну, то есть картинки как таковой-то не было. Потом потихоньку из микрорайона вышли, построили школу. Потихоньку построили детский сад. За ним начал вырастать микрорайон. Сегодня, благодаря федеральной программе, появилась дорога. Появились пешеходные... Капитальная дорога. В Кирове-то не строилось, мне кажется, десятилетия. Да, и параллельно благоустройство пешеходной зоны и велодорожки. И вот это пространство начало потихонечку вот оформляться уже вот в нашу так горячо обсуждаемую комфортную городскую среду, которая уже вот она вот визуализирована, то есть уже понятно, вот как это все вот пространство организовано. У нас остается полминуты, Илья Вячеславович, скажите, пожалуйста, как активно вы сами будете принимать участие во втором урбанистическом форуме? Увидят ли вас там горожане? Безусловно, конечно. То есть вы будете в прямом доступе? Да. Можно будет обсуждать, задавать вопросы, предлагать? Да, как в прошлый раз. Отлично, спасибо. Первый час разворота на бизнес завершен. Мы продолжим с Павлом Мироновым и Дмитрием Трушковым. В следующем часе к нам присоединятся еще спикеры. Сейчас прощаемся с Ильей Шульгиным. Спасибо вам большое. Увидимся на Урбан-форуме. Перерыв. Спасибо. Новости, тематические программы и реклама.